Стоимость транспортной карты Махачкалы составит 60 рублей. Об этом говорится в постановлении городской администрации. А в документе расписан порядок применения тарифов на перевозку пассажиров автотранспортом и троллейбусами по маршрутам Махачкалы. Оплату проезда можно осуществить наличными, банковской картой, либо транспортной картой. Плата в размере 60 рублей будет взиматься с пассажира при первичном приобретении транспортной карты. Отмечается, что карты могут быть рассчитаны на многократные поездки с лимитом поездок и безлимитные на месяц.